Что касается лагеря Селигер, он будет размещаться не на самом острове, на близлежащих территориях к монастырю. И по мнению отца Аркадия, архимандрит Аркадия, наместника монастыря, он никоим образом не будет отрицательно влиять на монастырь в духовном плане. И даже наоборот считает, влияние монастыря на лагерь будет производить, обитель будет производить свое положительное влияние на лагерь. Люди, даже не выцерковленные, хотя бы раз, да, заинтересовавшись красотой Нила Столобенской пустыни, купола которой отражаются в водах озера Селигер, ну, зайдут в монастырь посмотреть, а может быть, кто-то зайдет на богослужение. И может быть, для кого-то, хотя бы, может быть, даже для одного человека это уже будет польза. А православие станет через этот монастырь отправной точкой в его жизни. Точнее, монастырь станет отправной точкой в жизни того или иного человека на пути к православию. Вот, собственно говоря, позиция монастыря, позиция Тверской епархии, позиция наместника. Не против, если... Не против, мы только за. Вообще конфликта никакого нет. Мы только за то, чтобы лагерь располагался недалеко от монастыря. И считаем, что монастырь будет оказывать положительное духовное влияние на лагерь. Если земли, допустим, у монастыря и будут какие-то изъяты на материковой части, я думаю, что местные власти найдут способ компенсировать эти земли. То есть монастырю это не приведет никак, ни в финансово-экономическом каком-то, ни в хозяйственном. Я наоборот считаю, что, точнее, наместник наоборот считает, что это будет полезно. Полезно и для монастыря, и для самих молодых людей. Митрополит в курсе ситуации, но он вполне доверяет отцу Аркадию. Отец Аркадий — это очень опытный человек, очень деятельный человек. И в данном случае митрополит мониторит ситуацию через своего наместника, через управляющего этим монастырем. Главное, чтобы была польза, чтобы не навреди. Это главный принцип церкви, естественно, главный принцип любого структурного подразделения Русской Православной Церкви – не навреди. Польза для человека, своеобразная миссионерская деятельность Русской Православной Церкви через монастырь, через красоту монастыря на подрастающее поколение. Поскольку, ну, чего греха таить, о церкви мало говорится в электронных средствах массовой информации. А здесь приедут журналисты, может быть, приедете вы, снимете какой-то телесюжет. Если жители, скажем, этого лагеря придут в монастырь, наверняка и вы придете с телекамеры туда, посмотрите, а как живет монастырь летом. И это будет еще один рассказ, телевизионный рассказ о жизни обители, о жизни лагеря. Я думаю, будет только польза.